все дела. А как вот я? Женя, что-то нажала. А что на? Просто помахай руками. Ты в меню? У меня вот здесь вот экран. На нижнюю кнопку под трекпадом. Под трекпадом, под круглый большой. Снизу? Так, а что будет? О! Жесть. Еще даже смотрится очень смешно, да? Так. Ты смелее разгоняйся. А перезаряжать каждый пистолет можно отдельно, типа, на боковой кнопке. Но пока стреляешь, другой может перезарядить. Так, типа, оружие. Ой, боковые, какие боковые? Я прям чувствую, как я в корпусе еду. Вот. Они у тебя прям, то есть сжимают джойстик, который не возьмёшь. Тут нельзя умереть. Я прям даже прищурилась. Ты щурился когда? А как прыгать? По указательным пальцем кнопки. На курки снизу. Всё, поняла. На PlayStation есть игра, где надо ехать телом вниз. Головой, да? Да. Есть Drive Club для мотоциклов, но это не VR-версия. Угу. А бывает Drive Club VR. Я не знаю, есть ли там мотоцикл. Ну, это, конечно, надо было бы дурка. Конечно. Очень смелее. Да как смелее? Я в ёлку въехала. Не боись. Это просто ровный спуск. Потом будет ровный подъем. А, нет другой трассы? Эту надо брать для начала. Держи, мне лучше. Лети. Лепесток через что-то там на восток. Ну видишь, освоился, уже не падаешь. Да что ты меня держишь, я когда опускаюсь, я уже очкую. Прыгай! Во, молодец! Это будет тайм, пока как ты. Ой, ну почему? Я же отъеду. Не бесконечно. Все, не могу больше.